Служба в рядах Вооруженных сил России для многих ребят – это не только обязанность, но и цель, к которой они стремятся и потому готовятся заранее. Задолго до призыва парни начинают заниматься физкультурой, увлекаются военно-прикладными видами спорта. И они стараются проявить свои знания и умения на престижных соревнованиях. Спартакиада до призывной молодежи Краснодарского края, где были представлены команды юго-западной зоны Кубани, всего 10 городов и районов, прошла в Славянске на Кубани на территории войсковой части 25-356. Почетные гости, представители ветеранских организаций, ветераны вооруженных сил приветствовали собравшихся на торжественном открытии состязаний. Они пожелали участникам успехов в освоении военного дела. Сегодня вы стоите в строю. Молодые, красивые, сильные. Сегодня у нас, можно считать, праздник. Это спартакиада до призывной молодежи, где вы покажете свою удаль, смелость, силу, выносливость. Но помните, что учиться военному делу необходимо настоящим образом. Для участников соревнований это отличная школа воспитания мужского характера, укрепления физической формы и совершенствования воинской выучки. Мы победили в соревнованиях своего города по спортивному пятиборью и поехали на зональные соревнования. Мы очень сплоченные, давно вместе учимся, вот, мы все из одной школы. Все стараемся держать себя в форме и занимаемся военно-прикладными видами спорта. Мы занимаемся как и спортом, бегом, футболом, всем чем угодно. И также занимаемся военно-прикладным искусством. Сильные стороны у нас в разборке-сборке автомата, снаряжении магазина и в стрельбе. 16 команд общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений прибыли сюда, чтобы побороться за лидерство. Наш муниципалитет был представлен тремя командами – из Славянского сельхозтехникума, электротехнологического техникума и 29-й школы из станицы Петровской. Мы занимаемся и сборкой-разборкой автомата, сборкой-разборкой магазина. У нас есть и подтягивания, отжимания, также разные мероприятия. Мы участвуем почти везде, и на пост номер один у нас в Славянске, это возле Вечного огня, заступаем на посты. Организатор у нас Андрей Николаевич Щабанец, с самого открытия клуба, он с нами. Мы много участвуем на разных соревнованиях, постоянно меняются поколения, другие уходят, старшие, мы приходим. Мы всегда приезжаем на любые соревнования за победой и всегда с ней уезжаем. Начались соревнования с демонстрацией строевой подготовки. Сначала команды проходили торжественным маршем, затем делали это одновременно с исполнением песни. Оценивались судейским жюри дисциплина строя, строевой шаг, исполнение песни. Сразу же определились лидеры. Затем участники команд проводили сборку и разборку автомата, снаряжали автоматный магазин патронами, стреляли из пневматической винтовки, подтягивались на перекладине, бегали, участвовали в военизированной эстафете. Они, конечно, очень хотели стать первыми и действовали в полную силу. По итогам состязаний среди команд общеобразовательных школ уверенно победили петровчане из 29-й школы, от военно-патриотического клуба «Будущий воин». Среди команд техникумов лучшей стали студенты Славянского сельхозтехникума. Эти команды в скором времени будут защищать честь нашего муниципалитета на финальных состязаниях спартакиады. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».